Здравствуйте, дорогие любители нашего канала. Мы втроем едем в деревню. Почему втроем? Потому что у Ясы у нас сегодня вечеринка. Хотя сегодня 24 декабря, хотя у нее день рождения 26-го. Но в Сербии можно праздновать до дня рождения. Вы знаете, что в России у нас такая примета, желательно не праздновать до. А в Сербии спокойно празднуют. Так что сегодня у меня вечеринка, а вчера у моей свекрови было день рождения, 23-го. Вот едем маму поздравлять втроем, а Яся у нас будет сегодня тусить с подружками. Надеюсь, как говорится, хату не спалят. Дорогие мои, остановились, надо пиццу заказать. Вот доставочки у них нет, но можно, знаете, заказать такси. Интересно так, заказывайте пиццу и товарищам. Говорите, в такое-то время отправьте на такси. Ну, естественно, такси вы оплачиваете. Хотя, знаете, могли бы и доставку придумать. Хотя, с другой стороны, здесь, честно, город такой маленький, что тут как бы доставка и не нужна. Красота-то какая! Лепота. Так, смотрите, хотела вам показать, какая зима у нас. Куда едем? В горы к родителям. Там вроде как снег выпадал, но уже таять начало. А у нас тут плюс 15. Представьте, нормальная такая зима на дворе. Вон скоро Новый год. Кстати, остановились на заправочке, на нашей, на Газпромовской. Пошли конфеты покупать. Что-то цены хотела показать, а их тут. У нас мороженое, кстати, на нашей есть, а вот сырков почему-то на нашей нету, жалко. Вот, смотрите, мы уже в Нововарыш приехали. Здесь у нас солнце, но снег еще. Говорят, вообще много снега было, это уже подрастаяло. Вот так вот, видите, какая разная Сербия. Страна маленькая, а погода разная. А смотрите, какие у нас красавцы. Кототерапиева. Наглые уже такие. Этот отец ихний, Василий, умер. Жалко. Но зато какие красавцы выросли. Жалко. Такой котик был классный. Я его Василием прозвала. Ути. Это мы в деревне.
вам показать. Вот он, снег. Здесь уже тепло, а там на полях, ну, то есть в лесах. Еще раз повторяюсь, это все наше. Вот это вдалеках, до гор. Смотрите, какое небо. Шикарно. Шикарно. Ну что, дорогие мои. Ой, смотрите, я буду в одной кофточке. Конечно, в Сибири бы на уле я бы не смогла бы так ходить. Хотя у нас сейчас то ли меняется все. Вот так, да, лучше вам видно. Прямо это тепло. Были морозы, но сейчас для Барнаула тепло. Наконец-то хоть снег там начал выпадать. А тут тоже, видите, сейчас и себя, и вокруг меня. Я уже вам показывала. Сейчас еще раз вам с этой точки покажу, какое небо классное. Вы посмотрите. Вообще прям голубое-голубое. Природа. Смотрите, красота. Нет, ну как бы я, конечно, не любитель деревни, но тут красиво, да, долго не могу я здесь находиться. Не знаю почему, ну скучно мне, видите, я человек городской, но вот так вот на день, там, на несколько часов приезжать, это вообще кайф. Вот собака наша, ням-ням. Это вообще шикарно. Небо вот просто, скажите, красота. Напишите мне, как вам в деревне. Ну, конечно, в России-то снега побольше, мне кажется, в деревнях, еще тем более, если туда, к нам, в Сибирь. Да, я представляю, если вот эти вот все угодья у нас были, например, в Алтайском крае, тут, конечно, бы, ну, хрен выезжали, ну, что-нибудь делали. Хотя, муж говорит, да и я, что он говорит, и я видела много раз, что мы не могли выезжать. Было такое, что прям реально снег стоял, так что... А так, смотрите, видите, там попрохладнее, солнце туда мало попадает, поэтому снег еще стоит. А дом построен на высоте, так сказать, на горе, ну, поэтому здесь уже все.